Так, продолжаем проходить Секиро. Или Секиро. Сегодня продолжим попытки победить босса, обезьяну. Стражу. Хотя вчера я победил обезьян других. Обезьян поменьше, отыгрался на них. Этот, причем тоже был босс. И за счет чего у меня возросла сила атаки. Да, еще... ну, в общем, я торопился, поэтому выключил прям уже на загрузке при перемещении сюда. Кстати, разве тут был закат такой? Тут прям реально меняется... По-моему, заката такого не было раньше. По-моему, тут после каждого босса немножко меняется и погода, и день, время суток. Я получил клинок бессмертного. Еще у меня, по идее, у меня есть техника кукловода теперь. Можно попробовать. Еще, по идее, вот у меня есть, да, удар бессмертных. Боевое искусство, для которого нужен клинок бессмертных. Расходует эмблемы духа, между прочим. Меч наносит стремительный удар, рубящий врагов и оставляющий за собой красновато-черный отравленный туман. Ползучий туман позволяет поражать врагов на еще большем расстоянии. Интересно, это поможет мне против обезьяны или нет? Надо попробовать. Хотя, конечно, эмблем духа у меня всего 10, у меня всего 10. У меня их больше и нет даже. Сейчас я всру самые последние. На это тоже эмблемы духа тратятся, блин. На все тратятся эмблемы духа.桜の木のことを聞きました。お、どうじゃった。その桜は床桜と呼ばれる竹る様が戦況よりもってこられた桜ですが、今はもう枯れて残っておらぬようです。そうか。ですが何者かが床桜の枝を倒り 持ち去ったと言います。誰がそのようなことを。失われたものはどうにもならぬな。持ち去られた枝にしても今は手がかりがない。先に他の子を集めることにしよう。Вообще я хотел сообщить, что я нашел клинок. Оками. その背中の刀はもしや? 不思議にございます。 それが死なぬ者を殺すという刀か? はい、千宝寺の越智の巫女より授かりました。 越智の巫女? 千宝寺の者たちは僧を捨て死なずの探求に魅了されておりました。その末に生まれた 偽りの流因を持つ者、それが越智の巫女たちです。偽りの流因、そのようなものが。待て、巫女たちと言ったか。はい、多くの越智の巫女が作られ、されど生き残ったのはただ一人にございます。流因は やはり人のありようを歪めてしまうか。授かった不思議があれば
我が血を流すことができる。これで源の好機にまた一つ近づいた。不死立ちなさねばな。御意。Но это не сейчас, да? И не здесь. Так, а что у меня там по очкам? Блин, 4000 очков. Где я их наберу нафиг? Я сейчас опять всру этой обезьяне и просру все эти очки, но с другой стороны, 4000 я непонятно где мне нафармить. Поэтому даже и фармить-то не хочется. Ну, не знаю, блин. Как-то лень. Лень специально фармить эти души. Не души, в смысле, эмблем. Не эмблем, блин, а очки навыка. Так, силу атаки я усилил, да, ведь уже? Сила атаки теперь 6. Вот очко, вот эмблем духа нет, конечно, вот это... Конечно, не очень. Три тысячи, блин, я не знаю. Я мог бы, конечно, пойти в храм Сэмпа, там кое-что сделать. Мне надо рис отдать одному NPC. Ладно, наверное, я пойду просто драться с этим, с этой обезьяной и все. Проебу так проебу. Уж извините за выражение. Потому что 4000 я просто замучаюсь сейчас фармить. Это на это уйдет около часа, я думаю. В итоге весь стрим только и будем делать, что мобов. Рубить. А мне надо кое-кого другого тут порубить так-то.
закончились. Блин, мы духа, и теперь я хер сделаю. Почему она пердит теперь как-то другим цветом? Нет, тут явно закат. Потому что явно освещение пипец, вот. Я вот я не понимаю, как с этим сражаться. Блять, ну как? Я увернулся же, ну! Не понимаю. Вот этой штуки я не понимаю вообще. А, вот это я понимаю, но почему-то каждый раз ловлюсь на ней. Ай, блин. Да ёпта! Давай умрем. Почему бы и нет, да? В один тычок даю убийство, давай умрём. Да, блин, плохо. Плохо это сделал.
Да, блядь, ну, заебал. Что-нибудь новенькое придумай. Нет! Ну, бля! Да, блядь! Окни. Да ладно, приз получен, обезьяна страж. Да ладно, с первого трая без эмблем духа. Это было круто. Е-е-е, с первого трая. Охренеть! Я всрал все дрожжи. Все хилки. Блин, я всрал на первой стадии. Я всрал что-то около 5 хилок, блин, и одну жизнь умудрился всрать. Но на второй стадии, на удивление, получилось внимательно играть. Итак. Память о битве с редким противником, оставшееся в сердце волка, медитируя у идлорезчика и переживая битву заново, можно навсегда увеличить силу атаки. Хотя обезьяна-страж побежден, его рев слышен до сих пор. Говорят, что если внутри тебя черви, значит, ты стал бессмертным. Тонкий палец. Изящный палец молодой женщины. Его можно вставить в протез шиноби. Не туда, куда вы подумали. Хотя, если это палец молодой женщины, то не обязательно в протез, да? Не обезьяна же все-таки. Он найден полупереваренным в брюхе обезьяны-стража. Звуком свистка шиноби могут сводить зверей с ума.
По отверстию в пальце видно, что именно для этого его использовали раньше. Это, по-моему, последний необходимый для всяких улучшений этот инструмент. О, вот, и еще чуть-чуть, и у меня будет 5-й левел. Точнее, не 5-й левел, а 5-е очко навыка. Еще чуть-чуть, и, блин, главное не умереть. Не написано, сколько остается. То, что я хочу поставить вот эту. Я хочу всю ветку Ашина просто вкачать. Вот. Она очень полезная. Хотя вот это тоже хочется вкачать, вот эту вот. Вот эти две штуки. Но это после. Может, сразу усилим атаку, чё уж. Вспомнить битву с обезьяной-стражем. Так, в общем, память о битве с редким противником, хоть отдаленное это воспоминание подкрепило силу волка. Говорят, что если внутри тебя черви, значит, ты стал бессмертным. Но для обезьяны такая доля должна была быть весьма одинокой. Быть может, рев обезьяны-стражи был своего рода мольбой. Сила так и увеличена. Сила так и 7. Воу, я не думал, реально. Я вообще не думал, что сейчас в этом трае что-то получится. Кто это видел, ну вы видели. Первые фазе я просто всрал одну жизнь, блин. Всрал больше половины хилок. Так-то вот. Так, а мы можем вернуться или уже нет? О, я думал, сейчас в пропасть нахрен упаду. Погоди, а куда вот это ведет? Никуда? Там просто ничего нет, да? А наверх я уже не смогу отсюда, да, ведь запрыгнуть, наверное? Надо поменять удар. На самом деле, вот этот удар вообще, не знаю, против, наверное, обычных противников он, наверное, эффективен, но против босса вообще нет. Больше тут ничего нет, я так понимаю, потому что это была просто арена с боссом, битва с боссом, и тут... А, стоп, а тут что-то есть. Воу. Это прямо во время битвы можно было сделать? Нет, интересно. Ценный корм. Это драгоценный корм, на ощупь он скользкий, из него выступает нечто вроде рогов. Именно такой корм и любит карп, достигший совершенства. Позвонив в колокольчик, брось в воду корм. Это в смысле? Это для какого-то особенного карпа или для просто для карпа? Для тех карпов, чтобы фармить с них чешую. Что, погоди. А, это просто бревно. Так, надеюсь, тут не будет что-то, что меня убьет, и у меня слетят все очки навыка. После битвы с боссом должно быть что-то простенькое, не так ли? Тот самый цветок, который охраняла обезьяна.
То есть, по сути, все собрано. Цветок лотоса из дворца. Белый цветок лотоса, растущий в глубинах опустившейся долины, где вода первоисточника, где воды первоисточника глубоки. Глубоки, наверное. Нет, воды глубоки. Аромат цветка привлекает самок обезьян. Именно поэтому обезьяна-страж тщательно ухаживал за ним, чтобы подарить невесте. Одна из составляющих благовония, которое нужно куре, чтобы стать смертным. То есть обезьяна хоронила это не потому, что это его предназначение, типа, а просто потому, что он хотел понравиться обезьянихе. Это так мило и так печально. Он действительно был одинок. Он хотел хоть как-то привлечь внимание. А мы его убили. Ну, в смысле, я. Так, ну, по сути, у меня это все. Ну, мне надо перемещаться, получается, потому что я отсюда не выйду никак. Я перемещусь, конечно, к святилищу, но не к святилищу, а вот к внутренней... А, стоп, я могу к резчику надо зайти? Нет, но сначала... Блин, столько мыслей в голове. Надо мне поговорить с Курой, мне надо зайти к резчику, чтобы он мне установил этот... Вставил мне палец женщины. Но еще мне надо чуть-чуть убить врагов, чтобы добить до... Собственно, до уровня. Куда бы мне пойти? В принципе, я могу и от храма там отойти чуть-чуть в сторонку и побить обычных солдат. Вот. Может, так и сделаем, а потом дойдем до резчика обратно. Вставим этот пальчик. Я не могу, мне постоянно хочется это пошутить над тем, что надо вставить женский пальчик. Вот. Потом пойдем к Куру и сообщим ему приятное известие. Да, видите, как все поменялось. Стало таким золотистым. Золотой закат. Так, мне надо не умереть, главное. Но когда ты думаешь, что надо не умереть, ты обязательно умрешь, поэтому надо... Наверное, не думать об этом, а просто... Просто кайфовать. Где враги? Так, так, сколько мне еще надо-то? Непонятно, блин. А, вот. 431. Блин, это на самом деле на таких маленьких врагах это еще тоже будет не так-то быстро. Ну хотя бы тут. Хотя бы наверняка. Я считаю, я заслужил это очко, потому что я убил вчера босса. Какую-то часть опыта получил от этого. Убил сразу же еще одного босса, получил еще опыта. И, собственно, я мог бы, конечно, перепугаться и такой, вот, сейчас, блин, это... Меня убьют, и я все потратить, ну, все потратится. Я пошел, рискнул, убил босса, и так все, в общем-то. Я думаю, не грех тут немножечко, даже если немножечко на слабых врагах пофармить. Ничего плохого в этом нет.
Ты еще и промахиваешься. Конечно, проще было бы на самом деле пойти в храм Сэмпо. Или Сэмпо. Врагов с пяти, наверное, бы нафармил это. Вот. Ну, мне здесь ближе, потому что к этому крестику. Мне надо крестику. Пятух. Я уже не тот, кем был раньше. А кем ты был? Я уже не тот сопливый щеноби. Тут был, кстати, первый мини-босс, по-моему. Такой прям. Первый потненький мини-босс. Блин, конечно, тут тоже я уже... Дошел не так-то, блин. Не так-то мало прошел уже. Мне еще 280 очков нужно. Ну ладно, ничего. Сегодня босса завалили уже. Уже задача выполнена. Можно кайфовать. Когда их двое, то это начинается. Блокируешь одного, а тебя бьет другой. Он меня видит? Нет. На самом деле, лучше бы я пошел в замок, потому что там с врагов побольше падает. Я мог бы там просто из окна выглянуть, порубить типов. Да, блин. Да ёб твою мать, давай еще упади. Тоже достаточно близко. Не знаю, почему-то я решил, что тут будет понадежней, потому что враги слабее, но при этом за них дают гораздо меньше, так что в итоге времени больше потратим. Их трое, блин. О, я, кстати, могу сделать кое-что, наверное. Хочу попробовать это. Давай, погоди. Смотри. Давай! У меня теперь союзники есть. Дышай. Слушай, он бессмертный прям? И вот так все рубит, а он все не умирает. Молодец. А все, кончилось.
Ё-моё, ты чё? Погоди, погоди, погоди. Ты чё, ты чё? У него комбо есть. Я до сих пор... Я всё равно не набрал еще. Охренеть. Блин, надо было в замок идти, но я ошибся, короче говоря, локации. В этой локации слишком мало дают за врагов. Все равно нет. Блин, сколько мне еще надо? 53 очка. Этих двоих сейчас убиваем и все. Идем крыс. Воу! Точно, там же стрелок был. Да я уже иду просто вообще уже на другую локацию дошел уже. Все, возвращаемся. Прошел уже, по сути, блин. Я до этого места, когда играл в первый раз, наверное, дошел стриме на третьем, наверное. Потому что я очень медленно играл. В принципе, я сейчас медленно играю, там, где я еще не был. Ура, 5 очко, короче говоря. Мы можем купить эту штуку. Ну и эту. Тут никакого лута не забывал случайно. Ну там вот тропинка выглядит, как будто бы там есть еще какое-то секретное место. Но я туда пробовал допрыгнуть и в итоге упал. Не знаю. Вот отсюда туда допрыгнуть крайне тяжело. Мне кажется, это просто замануха. Если бы можно было хотя бы вот... А, ну я отсюда и прыгал. Вот отсюда я прыгал. Но в итоге просто грохнулся. Могу, в принципе, еще раз продемонстрировать это. Вот. Ну, он даже не цепляется, по-моему, за текстуру. Не, вообще не цепляется. Ладно. Что такое? Ночи. Это он мне сказал, что такое.
Так. Свисток. Инструмент для протеза на основе свистка, приманивающего врагов. Расходует эмблемы духа. Звук этого свистка привлекает внимание врагов, и тот идет на звук. Если захватить цель, свисток услышит только враг, на которого вы нацелились. Звук свистка вгоняет зверей в ярость, так что они не отличают своих от чужих. То есть можно свистнуть в собаку. Свистнуть в собаку. Свистнуть собаке, тогда она... Или там обезьяне. И тогда они набросятся на своих... типа, на других, в общем, персонажей, да? На других врагов. А можно на свистнуть чуваку, который стоит там с кем-то другим еще. И он отойдет. Ну, типа, это как тот глиняный осколок, только нормальная вещь, только действующая. Потому что глиняный осколок вообще ни хера не делает. Приз получен. Все инструменты в протезе, да. Это был последний инструмент протеза. И вот теперь такое дерево стало полным. Лазурный сюрикен. А, лазуритный. Сабимару, несущий благословение лазурита первоисточника. Это, видимо, нужен лазурит для всего этого. И причем, скорее всего, лазурита хватит только на что-то одно. Под действием лазурита древний синьет, в котором закалялся Сабимару, снова каплями выступает на клинке. Лазуритный топор. Священное лазуритное пламя. Наносит урон даже призракам, однако его пурпурное пламя не накладывает статус огонь. Хм. Ну, не знаю, сюрикен, мне кажется, более... Просто сюрикен вообще очень полезная вещь, мне нравится она. Учитывая, что у нас меч достаточно короткий, нужно всегда что-то, что издалека может ранить. Поэтому сюрикен в этом плане очень всегда к месту оказывается. Ну, вот так что... Сабимару тоже хорошая вещь, на самом деле. Не знаю, просто я думаю уже, что я куплю. Что еще могу купить, кстати говоря? Теперь. Горное эхо. Свисток, приманивающий врагов. Так, звук этого свистка привлекает внимание врага, если захватить цель. Ага. Звук можно задержать, глубоко вдохнув перед свистком. Если захватить цель, свисток услышит только враг, но без захвата все окружающие. Так, стоп. Но это же есть обычный свисток. В чем его именно прокачка? Свисток, усиленный кольцом мятежника. Тоже в свое время получим, да? Можно сводить с ума призраков и зверей. На кольце выгравирована надпись «Зимородок». Раньше печальный крик зимородка слышался на берегах, по берегам опустившейся долины. Но теперь это в прошлом. А это у меня уже есть. Не знаю, хочется вот это на самом деле. Мне надо еще купить кунай бабочки, бабушки. Он стоит 3 косаря, по-моему, или что-то около того. Не знаю, хватит ли у меня на это. Насчет вот этого ворона вообще не понял вот эту фишку. Ну, типа, ей можно увернуться, наверное, прикольно, но как-то вот... Не знаю. Не то чтобы очень, он мне кажется полезным. Может, против каких-то определенных врагов. Может, против ниндзя он будет полезен, потому что ниндзя очень быстрый.
ну, против того, которого тоже называют крысой, Тенгу. Что у меня есть такое что-то одно, что я могу? Янтарь из сосновой смолы. Он мне понадобится еще где-то? Вот это бы, на самом деле, не знаю, наверное, в какой-то момент это будет очень полезная вещь. В какой-то момент, да. Поэтому хотелось бы купить, но у меня 600 нужно. То есть, в принципе, материалы, ну, не то чтобы там... Магнетита пока еще хватает, поэтому, в принципе, ничего страшного. А воск вообще особо нигде не нужен. Мне надо 600, мне надо еще тогда 400 даст это. Сейчас, погоди, погоди, дед. Что у меня там по деньгам? 700, 3000, 4000, 4700. Ну, можно это попробовать. Четыреста, да. 4 кошелька раздербаним. Нанчи. Ну-ка, покачай-ка мне вот этот свисток. Однажды я куплю этот призрачный кунай. Пока что вроде как не то, чтобы крайне необходим, поэтому... А да, может быть, у него есть... Есть с ним о чем поговорить. На, ничего. Блин, извините. Ирану симпаю. Ай, никто. А, ну типа он, наверное, не может говорить, потому что он болеет. В смысле, нет других реплик, потому что он сейчас болеет. Блин, у меня, конечно, есть капли, на самом деле, я мог бы... Одна-то есть у меня, я мог бы, на самом деле, вылечить всех, кого надо. Может вылечить, потому что я сейчас завалил двух боссов, вряд ли скоро будет третий. Так уж и быть. Пока что боссы это того. Омай-сан, нанька ёка? Он сразу по-другому заговорил. Ноту га кавайте. Что, тебе опять бухло налить?
飲みたいもんだな。別に。ではな。また久しくらいなら貸してやろう。у меня это кончилось. Раз такое дело, раз я исцелил, мне надо сходить к одному типу, на самом деле. Как раз таки к тому, у которого продается этот кунай. Не знаю, наверное, надо его купить. Так или иначе, он будет полезен. То есть так или иначе я его однажды буду прокачивать, так что. Купить бы не помешало бы.侍たちが欲しがっているもの、分かったぞ。本当ですかい、旦那。ああ、塩が足りぬようだ。なるほど、塩か。食うのはもちろん、死人の清めや怪我にも使う。戦場で死体が腐れば、流行り病も道理ってわけだ。みんな塩がなくて困り果てて。あいつは儲け時ですね。なーに、塩があれば助かるものが多い。多少高く売っても罰は当たらぬでしょう。そうと決まれば塩を工面せねば。旦那、ありがとうございます。Три тысячи. Чувак, я тебе столько помогаю, ты мог бы мне скидочку сделать. Я надо на. Сиога умаку улетара, атараши сина усилиясу. Сона токива, зехи, кохийки ни. Блин, купить что ли? Тут, да, у меня хватит. 4000 у меня есть, 4300. 4300, блин, из них я сейчас 3 косаря в... вмажу. 1000 и 2-3. Сате, ладно, надо купить и забыть об этом, а то я уже. О, да на, наника коты кескай. Каждый раз думаю, вот надо бы, надо бы, надо бы, надо бы. Все, купили и забыли. じゃあな、旦那。塩がうまく売れた、そのとき。だだだだだだ、かにし。Надеюсь, у тебя будет что-то стоящее. Ничего нет интересного. Кокуё, и кага кане. Петарды я уже купил. По сути, больше ничего нет. Сися тачи ни гомэфку аре. Извини, я там что-то разбил у тебя.
Или прямо сейчас скачать этот. Петарды мне сейчас уже пока что не нужны. Давай свисток поставим. Горное эхо. Ладно, чуть потом, а то у меня жаба душит. Я и так 3600 потратил. Надо поговорить с Куру. Чё? Опять заперто? В смысле заперто? Эмма, ты что там? Ты заперла или кто? Йо-данна, мата акинай га хицио ка не? Семечко, блин. А, данна, ашина но широ ни ику но нара, чуи широ ё. Окашина яцра га, иё-иё тайлио ни хайри конде иягару. Найфу га таме. Ашина иссин ва коай га, ии каген шибиле мо килете кита тте доко даро са. Соро-соро Ашина мо сио доки ка не? Джа на, данна. Блин, придется перемещаться тогда. А, кстати, насчет навыка. Я могу уже купить этот навык. Но теперь меня душит жаба. Оно мощное? Мне хочется спросить. Насколько оно мощное? Насколько оно сильнее, чем двойной Ичимонджи? Просто этот Тенгу, который непонятно, который, видимо, и сам Ишинашина, нет? Это уже, это он или не он? Я не очень могу понять. Он такой, ты изучил полностью этот стиль? Такой, а пока еще нет. То есть, не знаю, может быть, он мне что-то даст, когда я изучу полностью этот стиль. Как-то наградить меня, может. Поэтому я хочу это попробовать. Ладно, давай сначала сходим. В смысле, я не могу сюда переместиться? Почему? Что случилось? Я вообще не могу переместиться в замок. Только вход в заброшенное подземелье. Ничего себе. А в чем прикол? Что-то мир явно изменился. Я не могу... Замок весь закрыт. Теперь. Охренеть. Сейчас приду, там новые мощные враги, небось, или что вообще? Или, может, там пожар какой-нибудь? Или, может, там еще какой-нибудь босс сейчас начнется, блин. Не успел одного убить, сейчас новый придет. Что же будет? Что же будет? Почему только эта локация открыта? Только эта. А
Что у тебя есть? По сути, вот эта вот маска тоже непонятна. Наверняка она мне понадобится однажды. Но пока что мне ничего не говорили о ней, так что я не знаю, зачем ее покупать. Но это ключевой предмет, она наверняка будет нужна. Опа. Конуна. Котай но кокуген надо то не сугите ору то юни. Даре мо кону дева най ка. Смерть тебя пришла сменить. Хотя мне нужен все-таки этот. Давай попробуем так. Интересно, насколько мир изменился? Что тут творится? Что происходит? Кому ты молишься? Кто? Вчера себе. Да, не разменился, слушай. Чувак, не знаешь, что ты меня сделал. Я, кстати, тоже. Типа на замок напали, насколько понял. Синоби, домога, охоли. Синоби во рву. Вот в том. В смысле, синоби прям во рву? Блин, а я тут больше не смогу зацепиться-то. А сюда я могу улететь? В крайнем случае. Блин, а если я потом не вернусь отсюда? То что делать?
сюда не долечу, что ли? Старая локация обогатилась новыми врагами. Причем просто дикими какими-то. Открыто. Да, но при этом я не могу сюда. А, или теперь могу. Заново открывая их, я теперь могу их использовать. Замок Ашина. Это наверху, наверху все. Старая могила это там, с другой стороны замка, святилище это тоже. Вы, дебилы, тут даже ничего не замечаете, да? Насколько я понял. Там на замок напали вообще-то. Ну а ты чё? Ты будешь меня атаковать или нет? На удивление. Мы нашли общий язык с этими ребятами. И капец, с них выпадает очков. Я что-то не посмотрел, сколько точно, но у меня уже сразу накопилось 2000. Все остальные типы вообще такие не это. В ус не дуют, я посмотрю. Или дуют. О, блин. Только их опять атакуют. Ё-моё! Я просто ничего не видел, но кое-как сумел сблокировать. Чего они такие жесткие-то?
пока не могу их все тайминги заполнить. Я просто вот этот меч свой дергаю, как одну вещь. Потому что я пока не могу их тайминги запомнить. Ой, блин, мертвый ворон. Они явно все мертвые. Погоди, там кто-то был. Охренеть. У них тут свои, как мы видим, раскраски. Они все красный цвет. Блин, как мне туда запрыгнуть, а? Наверх. Если только вот туда. Чё? Охренеть! Гениально! Нет! Я лучше спрыгну. Не, ну их там трое было, блин, а у меня что-то хп не было. Я думал отпрыгнуть. Я на самом деле думал отпрыгнуть и зацепиться за что-нибудь. Ни за что не зацепился. Да. Вообще, гениальный ход, да? Просто возьмем ту же самую локацию. И поставим туда врагов в несколько раз сильнее. Да не ты! Надо запомнить его тайминги, это будет крайне важно. Будет крайне важно в свое время. Ну, не в свое время, а чем раньше я запомню их мувсеты и тайминги, тем лучше, вы же понимаете. Син Ньюся. Что? Ты что? Ага. Не то. Ладно, давай. Ты чё, парень? Тебя. Как хочешь. Кто? Еще один, блядь.
680 за них дают. Круто. Блин. Серьезно? Мне надо было его это. Еще один мини-босс. Еще один мини-босс-гигант. Ой, блядь. Парни, вам это не надо. Вы же понимаете, что вам это не надо. Точнее, вы не понимаете пока, да? Так, куда ты пойдешь, что ли? Ну-ка, чувак, покажи-ка мне свою крутость. Иди сюда.
Слушай, ну я не знаю, блин, до следующего этого мне вообще идти. Потому что тут нет среза больше. Нет среза, а как мне тогда это? Непонятно. Только вот туда вот по крышам идти, а там наверняка этих врагов до жопы просто. О, еще один. Блять, что это было, ну? А это другой, это вообще ниндзя какой-то. Сраный ниндзя. Падал. Капец, они тут построили. Ну так теперь и будет там ставить. Так, господи, блядь. Конечно, можно проспидранить. А, ну мне, в общем, надо заканчивать уже, честно говоря. У меня нет времени уже. Я рад проспидранить, но... Ну теперь я могу, да, перемещаться, да, резервуар, то есть заново открывая их, я могу уже перемещаться к ним. Но это вообще на другой стороне, это тоже на другой стороне замка. Это внутри замка, это внутри замка, это внутри замка, это тоже внутри. То есть, по сути, мне надо... Опять идти внутрь. По крышам опять. Вот, а там полно этих крыс. Хотя бы с них это. Много падает, вон, он подрался с обычными, по сути, врагами и уже 5500 накопил очков. Правда, теперь, блин, опять придется их бить. Не знаю, попробую сразу на крыше запрыгнуть в следующий раз. Вот. Но сегодня мы убили обезьяну-босса, поэтому у меня отличное настроение, вне зависимости от всего остального. Хотя и все остальное тоже было достаточно удачно. Продвигаемся по сюжету, мы убиваем боссов, прокачиваем оружие. Вот. Напишите комментарии, советы, как мне победить безголового. Что мне лучше вкачать. Вообще все, что пожелаете. Все, надеюсь, увидимся завтра. В следующем стриме. Всем пока.